Гриб-печеночник растет под дубом. А вон пляж. Уже, конечно, в начале сентября не работает. Вон где киоск синий закрытый. Хотя люди купаются на лягушатнике. Вот, блин, пошел по грибы, нашел кота. Чего только нету. Ежевики. Ягоды какие-то непонятные, вот такие красные. Так, друзья, будем проводить биопробу. Говорят, тут печеночник, да, внешне похож на печень, на мясо. Вот, сейчас будем проверять. А ну, давай. Ага, похож внешне, но на запах и на вкус не то, да? Совсем не то. Конечно. Рыба вкуснее. Рыбачка Соня накормит, да? Вот, блин, какие все хитрые. Еще бы личину найти было вообще хорошо. То он муравьев столько. И грибы ж там, блин, есть. И муравьи есть. А муравьи кусаются. Конечно, гадюка кусается сильнее, но муравьи это тоже больно.